часть. Мне нужна помощь с проектом. Можешь помочь? Ты же уже с Верой договорилась. Ну, я договорилась, просто она меня кинула в прошлый раз. На этом моя часть презентации закончилась. Вторую должна была подготовить моя подруга, но она не пришла. Понимаю. Простите, пожалуйста. Ну, я, конечно, уже договорилась с другим человеком, но если вдруг у нас что-нибудь сложится, то я тебе, может быть, перешлю.